Тебя можно в лес выпускать, ты прокормишься. Будешь на траве сидеть. Всего не пропадешь. Я чуть-чуть лис открыл, чтобы поиграли. Сейчас закрою, буду драться. Я говорю, не пропадет, можно в лес выпускать. Траву лопает. Все, да. А зимой спать будет. Настоящий же медведь-то. Он дерет и ест. Во, а я пошла как раз медведям накидывать.